Своей звездной дорожке они готовились целый год. За спиной репетиции сейчас исключительно волнение. Школьники Фрунзенского района борются за звание лучшего вокалиста. В конкурсе принимают участие дети от 10 до 18 лет. На мой взгляд, это очень интересный фестиваль, потому что дети приходят на него с удовольствием. Учителя уже начали конкурировать между собой за место участия в этом фестивале. Они получают не просто большое удовольствие, но и получают еще славу среди других школ. В рамках фестиваля на сцене 43 участника, все из школ Фрунзенского района. Борьба идет сразу по нескольким номинациям – эстрадное и народное пение, ансамбль и хор. Вот этот фестиваль, на мой взгляд, он как раз показатель того, что дети интересуются дополнительно к тому, что им преподают в школе, ну и, соответственно, готовятся к каким-то дальнейшим конкурсам. Мероприятия, которые носят внешкольный характер, их нужно поддерживать, их нужно финансировать. С каждым годом в фестивале заявляется все больше участников. В планах организаторов – вывести конкурс на общегородской уровень. Я думаю, что если при нашей поддержке этот конкурс из районного перейдет в общегородской, то мы увидим в городе много новых талантов, много новых школ, что действительно не может нас не радовать. В этом году в конкурсе к воспитанникам присоединились и их педагоги. Среди учителей также выберут самого поющего. Дарья Смирнова, Сергей Мазилов. День в событиях.